это была наша проблема. Проблема в том, что мы приехали не в ту мечеть сначала. Вау, вау, просто вау. Ну как это не фотографировать? Это же очень красиво. Следующий день, новые приключения. Мы приехали в Emirates Palace, в дворец. Смотрите, какая красота. Нашу ошибку. То, что мы вам жаловались, что Uber дорогой, это была наша проблема, потому что можно ездить не обязательно на Uber, а на обычном такси, которое на самом деле намного дешевле. И можно либо словить просто на улице, как мы после концерта, либо под отелем, они всегда дежурят, караулят, либо попросить в отеле, чтобы вам вызвали. В общем, это дешевле, ребят. Привет, друзья! Смотрите, куда мы приехали. Это мечеть, гранд-мечеть шейха Зайда. Проблема в том, мы потеряли время. Мы хотели приехать сюда еще когда только начинался закат. Хотя сейчас тоже очень красиво, смотрите, как она подсвечивается. Но мы хотели застать и при свете, и при закате. Проблема в том, что мы приехали не в ту мечеть сначала. В самом центре Абу-Даби, там, где дворец, там, где Абу-Даби-молл, там есть тоже мечеть шейха Зайда, но она маленькая, это старая версия этой мечети. А эта, большая, знаменитая, это гранд-мечеть. В общем, тоже не повторите нашу ошибку и берите сразу такси в правильную мечеть. Но тут очень красиво, смотрите. Вот это должен быть вход. Вход вроде бы бесплатный. Сейчас мы все узнаем и расскажем. Так, в общем, вход бесплатный, походу. Вот здесь стоят такие автоматы. Вам нужно просто заполнить форму. Кто, откуда. Не надо ни имя оставлять. Вот, с туроператором. Да-да-да. Мы без туроператора, а сами. Теперь печатаем билетик. Ага. Да. Все. Билетик есть. Теперь просто заходим. Сказали женщинам заходить сюда. Наверное, будут выдавать платье. Я уже получила свое платье. Бесплатно полностью. Мне цвет даже нравится. Мой любимый. Да, я сама пришла специально в платье в пол. Но, как видимо, всем нужно надевать здесь местное платье. Мне кажется, очень красиво. На Макса ничего не надели. Главное, чтобы он был не в шортах, ну, чтобы мужчины были не в шортах и не в майках, борцовках. То есть в таком вот виде можно мужчинам зайти.
А женщинам, в чем бы вы ни пришли, нужно будет накинуть платьице. Одень капюшон. Мне кажется, вечером это даже еще больше красиво, да, Макс? Сказали несколько раз, что нельзя фотографироваться. И табличка висела. Ну, все фоткаются. Я так поняла, они дают чуть-чуть фору, пару фоток сделать, а потом начинают сгонять. Ну как это не фотографировать? Это же очень красиво.